Я объясню вам на универсальном языке. Математике? Языке, понятном на любой планете в нашей системе. О, нет, мы все-таки в мюзикле. Только не это. Привет, я королева многолика прекрасная. Я не из тех злодеев, что пугали вас не раз. И в детских сказках, и в кино пустая болтовня. Нет у вас причины в чем-то злом подозревать меня. Когда начинают с таких заверений, это очень подозрительно. Я вовсе не коварна, и зловещих планов нет. Я хочу помочь вам или дать вам добрый совет. Я вам подарков надарю, и это не западня. Нет у вас причины в чем-то злом подозревать. Бенни, хочешь порулить межзвездным кораблем? Как узнать могла о главном ты желании моем? На собственной планете звездолет своей мечты со своей командой выстроить, конечно, можешь ты. Да брось, не ведись на это! Люсёк, качай нитьё! Все наши подозрения, это все не про неё! Она повторяет это как заведенная, но она явно злая королева. Да, точно, меня этим не купят. Пират из корабля никчемен, жизнь его пуста. Он как паук без паутины, как правитель без шута. О, у нее даже сравнение подозрительное. Смотри-ка, ты будешь рад. Планета пиратский корабль, и каждый житель там пират. Она дело говорит, она крутая, не злая. А что есть для меня? Кисонька, что ты можешь представить сильно блестяще? Рассчитывай на бесконечность. Даже не пытайтесь, леди. Мне не нужно ничего. О, я в курсе. Именно поэтому я хочу предложить тебе половину всего. А, то есть всего-всего? Всего-всего. Она классная. Я с ней. А вот еще несколько определений, которые люди используют, чтобы меня описать. Не двуличная, не коварная, не подлая, не мерзкая. Ты просто добавляешь «не» к своим качествам. Кто? Я много.